Во Владимирском экспоцентре раскрывают секреты здоровья. 13-я межрегиональная выставка собрала профессионалов в сфере медицины, красоты, правильного питания. Участники представляют свои услуги. Это консультации врачей, круглые столы, презентации фирм и товаров. Во время выставки состоятся и деловые встречи. В мероприятии принимает участие 50 предприятий организаций из 26 регионов России. Значит, проект удался, он успешен, и будем дальше его развивать. Выставка дала старт социальному проекту «Активное долголетие». Он рассчитан до 2024 года. К этому сроку количество пенсионеров в регионе достигнет почти 420 тысяч человек. Проект направлен на поддержание здоровья у людей старшего возраста. В идеале достойно преодолеть рубеж 80 лет. Во-первых, откроются гериатрические отделения для людей старшего возраста. Планируется создать областной гериатрический центр. Со стороны органов социальной защиты реализуется направление системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Департаменты соцзащиты, здравоохранения, центр занятости проводят консультации. Узнать сердечный ритм и пульс можно на стенде ВЛГУ. К примеру, этот аппаратно-программный комплекс основан на достижениях космической медицины. Он готовит паспорт здоровья, специалисты дают рекомендации. Прежде всего мы выявляем группу риска, то есть детей, у которых есть нарушение ритма. Это первое. Мы оцениваем функциональное состояние здорового человека и даем рекомендации, потому что, как считают эксперты Всемирной организации здравоохранения, наше здоровье более чем на 50% зависит от образа жизни. Компания «Сам себе ортопед» из Санкт-Петербурга на Владимирской выставке впервые. Среди товаров разработана американскими учеными стелька. Она имеет форму здоровой ноги. Стельки сочетаются с закрытой обувью. Перед примеркой клиента осмотрят, посоветуют, что обувать и как исправить недуг. В интернете на сайте «Сам себе ортопед» можно посмотреть информацию также по стелечкам, по нашим методикам. У нас авторские методики разработаны лично нашими специалистами, которые помогают ножки исправить. Это все можно увидеть на сайте «Сам себе ортопед» и также получить массу бесплатной информации. Как улучшить здоровье своих ножек. Кардиологический центр поликлиника Димонса открылся в Владимире в августе 2018-го. Сама группа компаний была основана в 1993 году и сейчас объединяет 11 медучреждений. Димонса сотрудничает с крупными итальянскими университетами в области болезни сердца, такими как Миланский университет Бикока и университет в Павии. В 2012 году группа впервые вышла за пределы Италии. Мы являемся частью итальянская группа «Поликлиника Димонса» – это одна из крупнейших сетей в Италии, которая имеет свои центры в Румынии. Кроме того, мы сотрудничаем с институтами города Москвы. На выставке мы можем в первую очередь рассказать о центре, о нашем центре, о том, насколько актуальны сейчас болезни сердечно-сосудистой системы, как их профилактировать. И нашим гостям мы можем предложить купоны на скидку, которые они могут вытянуть и получить скидку в нашем центре. К слову, центр во Владимире – первый международный опыт за пределами Европейского Союза. В нем работают специалисты из нашего региона, Москвы. Есть эксперты, окончившие университет в Италии. Оборудование самое современное. Выставка в экспоцентре продлится до 9 февраля. Она открыта с 10 утра до 18:00. В день закрытия – до 3. Екатерина Зинурова, Станислав Трегубов, «Губерния-33».